Здравствуйте, дорогие друзья, Сергей Сапельников из Киева. Сегодня мы находимся в комплексе, в релакс-комплексе Верхолы под Полтавой. Приехали на несколько дней здесь отдохнуть, расслабиться. Вот. Хочу вам показать панораму. Вот бассейн, детская площадка. Все находится посреди леса. Все очень цивильно, красиво, чистенько. Хорошо, здесь тихо. Птички поют. В общем, мне очень нравится. Вот мы сейчас на балконе нахожусь в нашем номере. Огромные сосны, видите, прямо в лесу находимся. Комаров нет вообще. Ни днем, ни ночью, никогда. Вероятно, обрабатывают и, ну, как бы, очень хорошо в этом плане. Травка зеленая, видите, газончики. Там стоянка. Это ресепшн. Я стою на втором этаже нашего двухэтажного номера. Вот, показываю вам, где что есть. Вот это вот кресло-качалки, столик. Панорамные окна. Домик сам деревянный. Здесь вот мы на несколько дней зависли от суеты, от городской, вдали. Ну все, до скорых встреч, пока.